Такое заявление спортсмен сделал на вопрос журналиста, принципиально ли ему добиваться победы над российскими соперниками. Когда ты выходишь на корт, ты об этом не думаешь. Точка. Все, что у тебя в голове, это завершить удачно сегодняшний матч. Хотя в 2014 году, когда только все, государственный переворот на Украине, прим.ред, начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало. Я думаю, точка, так на корте сейчас точно нет. У меня еще есть предоценка, предубеждение, прим.ред, сразу к русскоговорящим, это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу, просто так бы сразу задушил, сказал Стаховский, добавив, что часть про удушение была шуткой. При этом само интервью проходило на русском языке, на что обратил внимание журналист. Спортсмен после этого сразу перешел на украинский и заметил, что его собеседник сам начал разговор не на государственном языке. Понятно, точка, только вы не душите меня, пожалуйста, точка, хорошо? Пошутил журналист в ответ, после чего интервью продолжилось на русском.